Здравствуйте, друзья! У нас на экранах знакомая вам Наташа. Мы находимся в городе Ватсонвилл. Вот за этим вот, можно сказать, да, горбом песчаным находится пляж, да, и океан. Да, пляж и океан. Там уже наши некоторые обосновались в раздетом виде. Вот. Но мы пока тут культурненько, вот мы тут заняли место. И будем, так сказать, у нас партийное мероприятие. В смысле, партия у нас. Правильно говорю? Да, правильно. Вот. Алексей, который нам показывал Теслу, будет с супругой. Так. Знакомьтесь. Уже хорошо, правда здесь? Давай, знакомьтесь. Ну, ты знаешь, как я знакомлюсь. Да. Привет. И у нас есть четвероногий друг, друзья. Четвероногий друг, которого зовут Чарли. Он мальчик. Да, его постоянно зовут Чарли. Друзья, наряженную в гавайскую одежду мексиканок. Ну, не только, там разный народ, но платья у них гавайские. Они тут говорят, что танцевали, что-то такое на камеру снимали. Ну, а чем не Гавайи, с другой стороны? Чем отличается, друзья, мексиканская партия от русской? Кроме того, что говорят, конечно, на другом языке. Вот. Но без икры, правда? Это уже была бы совсем не русская партия. А не поймешь чего. Где копченая курица? Гавайцы-то перебазировались, смотрите, от песчаного пляжа. Теперь танцуют, можно сказать, в лесу. Там кто-то их снимает, наверное. Даже не знаю. Вот так вот в парке на пикничок собираться. Вы видите, друзья, что кроме нас на тут полянке, этой лужайке, много народу испаноязычного. Они дымят на нас. Вы видите, как дым идет на нас из разных точек? И каждый из этих дымов имеет свой неповторимый аромат. Хорошо. А мы вот так, можно сказать, все с собой, ничего не жарим. По-простому. Вот она, эвкалиптовая рощица. Мы вышли погулять немножко, так, знаете, на солнышке оказаться. А то, когда там сидишь в тени, так холодно. Вот. Вот у нас дамы. Дамы, как там у нас партии вообще вкусно было? Все так наготовили вообще. Ты поняла, Света, что икра крупная, это здоровенная, это они сами ее поймали. Я не попробовала, если бы я поняла, если бы я поняла это, я бы попробовала, так я не успела. Света, ну икра есть икра, но крупная, большая. Очень фантастическая. Очень вкусная икра, и они сами ее отлавливают, едут туда в район Сакраменто, и в 3 часа утра встают. Я хочу сказать, вообще такие фантастические люди, которые сами все делают своими ручками. Да. Столько всего интересного. Одеяло шьют. Да. Это вообще действительно покупают кусочки, потом шьют одеяло. Это не большим куском покупают. Большим куском, потом режут на кусочки. Да. И а потом сшивают. Такие бабушкины одеяла. Да, кусочки. А мы-то что, просто куском бы купили и все. А они сначала порежут, а потом сошьют. Друзья, вы наблюдаете разбиение пиньяты. Наташа, расскажи нам, что за ритуал такой у мексиканских деток? Это не только у мексиканских и у американских. Но, по-моему, они одолжили это мероприятие у мексиканцев. Позаимствовали, да. Берут, покупают вот такую пиньяту. Да, и в мексиканских магазинах полно. Да. Да, полно таких. Насыпают туда конфеты, и потом дети становятся в очередь и начинают разбивать. Ну, как бы взрослые немножко подыгрывают им, опускают, поднимают, чтобы подольше. Или когда они видят, что дети устали, то они уже им помогают разбивать эту пиньяту. Потом рассыпаются конфеты, они бегут все собирать эти конфеты, так, детки. И это как
такой приятный сувенир, когда дети собрали конфеты, уходят с праздника, не только отдали свои подарки, но со хотя с могли бы там конфетами. Со шмайсером прийти, правда? В нашей стране-то где в каждом дворе, можно сказать, по пулемету. Ну да. Оп. А девочка там, видите, чувствуется, они... что постарше ребенок. Ну они опа-на. Будут все равно давать как бы имениннику, чтобы именинник разбил, не подыгрывает так. Оп. А вон начинает. Да. Опа! Опа. Вот. Слушай, это пинята, там коробка целая внутри. Ну да, они же делают каркасик, а потом его обшивают. Опа, наверное, этот именинник. Ему дали так, надо бить. Прямо чисто коррида у нас такая. Вместо быка вот этот пинята. Оп. Ну что же, вот интересно. Да. Свои традиции тоже интересно. Да, одновременно с этим, друзья, вы видите знакомое вам по отечеству одеяло. Ну, в смысле, у вас такое же. И вот мы на одеялах тут сидим, беседуем, загораем, пиньяту наблюдаем, как долбают. Так что, друзья, если у кого-то есть желание с традициями как-то вот... перенять. Да, перенять, значит, вот... Вы теперь знаете, как с пиньятой. Смотри-ка, она отодрала рожок и дала ребенку. Ты видела? Ну да. Один рожок. Мало того, но там еще внутри. Оп. Внутри там конфеты. Уже мамку пустили, смотри, уже так серьезно. Мамка должна подбить немножко, когда остается совсем немножко, там на один удар. Она да. дает имениннику или, может, маленькому ребеночку. Почем пиньята, кстати? Ну, я не помню. Пиньята, может быть, они поют, долларов кстати. 10. Обрати внимание. Они пели какую-то... Какую-то песенку пели. Ну, хотела обратить внимание на ту свеженькую травку, которую мы показывали неделю да, назад. Да. Сегодня уже немножко потоптали, потому что начинается сезон, потеплело. Да. Да, и народ вывалил сюда. Никто не пошел, чтобы с крючка снять, понимаешь? Да. Все бьют. Да, все понимают, что надо бить. Да. Что там думать, бить надо. Ну, бывает. Ладно. Промахнуться. Хорошо, будем пожелаем приятного аппетита имениннику. Ну что, друзья, тут так немножко, не могу сказать, что смеркается, но солнышко садится. Вот вы видите, как лучи солнечные так долбают через кроны деревьев, так прям такими лучиками, красиво. Ну что, покидаем мы гостеприимный парк. Называется этот парк Palm State Beach и в городе Ватсонвилл. Счастливо!